Мы как одна большая семья, признаются выпускники Видновской школы номер 5. За годы учебы ребята с легкой грустью и нежностью вспоминают самые яркие и волнующие события. Очень теплые воспоминания. Я очень рада, что я училась, и то, что я испытала очень много чувств, эмоций. Я научилась дружить, я научилась любить, я научилась работать в команде, поддерживать. И это безумно важный толчок в будущий новый жизненный этап. Не зря говорят, что школа – это второй дом. Действительно, за эти 11 лет я очень-очень привыкла к школе, все стали уже родными. Вот, и поэтому каждый год, наверное, буду посещать всех, уже вот учительница как мама стала. О будущем вчерашние школьники говорят уверенно. Кто-то уже определился с профессией, а кто-то хочет попробовать сразу несколько направлений. Самое, наверное, главное на этом этапе – определиться правильно со своей будущей профессией, с выбором вуза, поступить в этот вуз. Ярких побед вам в ваших начинаниях. И я хочу, чтобы вы научились и умели любую свою проблему, они будут возникать, превращать в задачи и решать успешно эти задачи. Одним из главных атрибутов праздника неизменно остается вечерний наряд. Молодые люди традиционно в строгих костюмах, а образы выпускниц поражают воображение. Варвара Барановская выбрала шифоновое платье нежного лавандового цвета. Рассказывает, окончательно определиться с выбором было непросто. Это было тяжело. Долго не могли выбрать, в интернете смотрели. Но в итоге поехали по магазинам уже, и вот первое его увидела. Померила и все. Его купила и больше ничего не мерила. Поздравить ребят с окончанием школы приехали почетные гости. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин и депутаты Совета депутатов. Наши педагоги, ваши родители, ваши семьи сделали все для того, чтобы подвести вас вот к этому пути. И чтобы на этом старте вы сделали без фольстарта красивое движение вперед. Разрешите пожелать вам в дальнейшем терпения, пожелать вам удачи, пожелать, чтобы в дальнейшей жизни, в школе жизни, были такие же учителя, которые окружали, доброжелательные учителя, которые окружали вас в этих стенах этой школы. Продолжился праздник во Дворце спорта «Видное». Уже несколько лет подряд здесь проходит выпускной бал для всех 11-классников округа. Вообще я не ожидала, что здесь делают так здорово, правда. Я подумала, ну, приедем, как-нибудь потанцуем. Но я, когда вошла с автобуса, я приехала на автобусе, я вот так с такими глазами просто смотрела, думаю, как тут круто. Еще и вот эти все всякие неоновые подсветки, памятники. Очень здорово, очень стильно, и я просто благодарна, что такую красоту сделали. Особое внимание было уделено выпускникам, сдавшим единые государственные экзамены на 100 баллов. Те результаты, которые показали дети, они просто сумасшедшие. То есть и 98, и 87, и великие результаты по химии. Да, их немного, но это выпуск очень сильный нашей школы в этом году. И я горжусь ими. Наших выпускников 60, достижения достаточно большие, у нас 5 медалистов, 100-бальников пока нет, но есть к чему стремиться. Для ребят была подготовлена большая развлекательная программа. Музыкальные и танцевальные номера показали участникам бала творческие коллективы округа. Вчерашние школьники веселились от души, танцевали и немного грустили, прощаясь со столь важным и значимым этапом в жизни. Вы выросли, дети. Вы взрослыми стали. И мы сегодня от всего сердца поздравляем вас с этим. Мы радуемся с вами, мы волнуемся за вас, мы верим в вас. Вы долго шли к тому, чтобы сегодня насладиться получением своих аттестатов, и переступить ту черту, которая отправляет вас в новую взрослую жизнь. Ребята, с праздником вас! Еще одним подарком для выпускников стал праздничный фейерверк, а вечер завершился зажигательным концертом и дискотекой до утра. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.